Да, печально будет, нахуй. 2 недели по 8 боссов убивали, и то еле-еле. Запустили. Может, там леди мертва лежит? Нет, ага. Стоит. Ждет. Ждет. Когда стоит, это еще хорошо. С трэшем ждет. А что, если бы у нее сейчас было просто, блядь, 100 хп, нахуй, просто ее с тычки разъебать, нахуй. Было бы замечательно, конечно, надеяться, что она мертвая, но мне кажется, лучше... Мне кажется, лучше научиться ее убивать. Не, это, конечно, замечательно. Может, попросим админов все-таки скинуть им хп? Mm. Пусть оставляет 40%. Да. Может, попросим админам увеличить нашему рейду хп, чтобы хилы наконец-то смогли прохиливать хлопки духов. В смысле хилы? Может, попросим админов увеличить рейду мозгов, чтобы не ловить дух? Ну это слишком. Да. Кстати, я согласен с ее высказыванием. Особенно при стам. Нет, если дух взрывается и не убивает, мы прохиливаем. А если он ваншотает, то как бы I'm sorry. I'm sorry. Заходим. Он взрывается и не убивает либо в том случае, когда либо защитованные люди, либо далеко находятся. Либо шепотно кастует еще один скилл. Войт, например, сдал стрим. Либо просто надо попросить админа, чтобы увеличили урон от мстительного духа. Ну, чтобы сразу шопало, да? Да, сразу все. Угу, все вместе с лечом, нахуй. Короче, без шанса на ошибку. Ну тогда не будем хлопать. Было бы прикольно, зашел, одного духа хлопнул, фул целка прошел. Правда, нихера бы не полутал с этого, ну молодец. Мне кажется, там в следующем дополнении надо было не смертокрыла делать главным боссом, а духа нахуй, с леди нахуй. Просто такого увеличенного такого, знаешь. Что-то он, короче, призывал там. А как его танчить? Ну, в 25 танчить. ДД проходить. Ну танчить никак, его кайтить только нахуй. Он еще призывать будет духов каждые 5 секунд по 10 духов. Штук нахуй. Таких же, да. Ну как на леди. Не, на каждого человека по духу, блядь, вызывать. Нет, на каждого человека по 3 духа нахуй, чтобы вообще охуеть нахуй. Что, блядь, открываешь, а там зеленое поле такое, этих духов, нахуй, ёбаный, что делать? И у него 3 миллиарда хп. Да, блядь, в натуре. И зашел такой, да ну нахуй, сразу. Пойду-ка на пираточку на ЛК покатаю. Ну, пойду в Тетрис поиграю, блядь. Пойду на Легион убивать леди, да? Призван виновник торжества, это из-за него сервер упал, блядь. Призан, ты заходишь там, нет? Да, она уже даже целка в Пандарии, даже рогом проносилась соло. Неудивительно, когда у роги хп больше, чем у леди. Нет, тогда еще обрезан. Ну, это не было еще обрезано. Это потом уже с этого поуменьшили. Че, прикольно, на Легионе залетаешь с одного щита, блять, ребро ложишь, нахуй. Я когда классику начал, стартанул, они же на классике сделали эти слоя. Вот у меня, блядь, аж задница сгорела, блядь. Как так на классике слоя делать? Слоя, ебать. Пиздец. Слоя, блядь. Слоя. Прикинь, ты пиздишь, что это World PvP-шная игра, да? Ну, бегать, квесты делать друг другу, пиздиться. А тут, блядь, слоя, блядь, взял, ушел, блядь, другой слой. Сука, я такой думаю, да, ну, пизду эту игру. Слоя. Все тоже угорают, да, с того, как он говорит слоя. Но есть такие слойки, да, знаете. Ну, я думал, как слои, а у него слоя, ебать, слоя, блядь. Да. Это как, блядь, нет, без воды, давайте по существу, блядь. Блядь, призан, где призан? Призан, чё у тебя там, блядь, грузится, че, не? Небось, уже очередь на 500 тел. Вряд ли. Может, просто все начнем донатить, нахуй, да и похуй, нахуй этот босс нам нужен. Просто с лича задонатим шмот, нахуй, и пизда. С Джайны сразу, блядь. Джайны. Давайте, Коля.
Потом, потом за ЗСОК выйдет и с него задонатим, хули нам. Да, вообще похуй. Нахуй тогда сюда приходить. Задонатил, заходишь такой в рейд, и леди уже сразу мертва. Будем в игру заходить и травку собирать, блядь. Пиздец интересно, зато давайте без мочи. Давайте меньше пиздежаю, больше трав. Ну, призана так у нас нет. Призана нет. Народ, да, что? Призан шестой ПВПС. Стим ради того, чтобы скуку развивать, пока призан заходит. О, он зашел. Два часа трав, два часа трав. Даю на всякие рыбу. Если вдруг у кого-то спало. Жрем. Так, ну что там, заново, давайте локи. Мистери, на кого кидаешь? На рависта. Валкар на кого? Так, а Килия на Вадикона, да? Да. Заебись. Вставалки у всех есть. Чек на пул. Короче, это победный трай, бля. Если сейчас не убиваем, нахуй. У нас даже БРы все есть. У нас, сука, все есть просто, блядь. Мозгов нет, ну. Маслом на трофе. Давай завязывай с негативом. Говори за себя только. Все готовы, да я черт. Это могут давайте сказать говорим, только те люди, которые не хлопали духов. Ну давайте не пиздить, а то реально 10 духов словим еще. Блять, экран почернил. Главное, чтобы кое-что другое не почерняло. О, блядь, два хп. Ебать. Отбегите от него нахуй. Съебитесь, съебитесь. Бля, ебал его в рот, нахуй. Ну как так, нахуй? Мэтфокс, резай на стресс. Пизда, ебаный в рот. Вот, блядь. Вы на контроле, когда контроль в ДБМе пишется, блядь, вы хоть, сука, отбегайте, разбегайтесь, что-то, блядь, делайте, чтобы, блядь, так не было, нахуй. Контроль, вон, 2 секунды, нахуй. Не разъебите друг друга. Туба в повару. Да, аккуратно. Там он там. Ебать, Москва. Трэш новый. Еще старый не добили, а новый вышел. На тебе быстрее, трэш. Вы что, блядь? Уже играть стали, что? Давайте, блядь, веселее. Не шотните людей, давайте быстрее. Вот это могущественного пидора залейте быстрее. Он сейчас пошотает, но захильте. По боссу играем лишние 5 секунд. До ляма доводим сейчас во что бы то ни стало, блядь. Не стоим, не ебланим нахуй. До ляма доводим, блять, а то дохуя трэша ждем. Еще 5 секунд играйте. 3 ляма. Еще 2 ляма слейте. Будем переводить. Вот. Все, трэш, свищаемся. Там 1.5 ляма еще, нахуй. Задотывайте трэш и босса одновременно. Все, заберешь там. Все, РДД по боссу. РДД по боссу. Все, все по боссу переводим. Додотайте вот этих мобов. Кто там, Локи? Локи в ромбике, помогите, остальные боссы переводим. 100 тысяч давайте переводим. 5 секунд до трэша, все, ярим. Теперь трэш вышел новый. Сначала трэш убейте, блять, а потом босса бьем, блять. Быстренько зерганули трэш, пока мы здесь рядом. Духи сейчас по... Все, духи пошли, забыли про все, блять, и добежим от духов. Дух трэш идет. Все, трэш добили, отлично. Дальше духов ждем. Духи появились, съебались. Контролим людей. Не шотните людей, не зауешьте их. Давайте станы им. Фиры, станы, койлы, все. Духи побежали от леди. Прям бежим, сука, бежим нахуй. Все забудьте. Духи каждые 10 секунд. Налит Грину на пол. На лестнице дух.
Бежим возле леди, дух съебываем. Съебываем, съебываем, съебываем. Вокруг леди бежим, блять. Трэш появился, бьем здесь возле леди. Быстрее Лингрена на пол. Все. Еще один раз на Лингрена. И потом уже на этого. На Войда. Вот моб потерялся, разъебите его быстрее. Духи возле леди побежали, съебались. Два носка не убейте. Мистери, законтрольте! Контрольте быстрее. Новые духи, вон они два появились вместе, съебались от них. Быстрее бегите, кто стоит там? Spirits. На Войда напуливаем, от леди ушли духи, духи бегут прямо на мильков, на нас. Меня хуй знает, меня бежит. На Войда напуливаем. Это леди, это, Spirits. Духи съебались или и трэш бьем. Трэш зергайте. Приверженный, что в рейде делает? Разъебите его там, милики. Съебались духи, духи в милизоне, съебались. Вадикона, Вадикона! Расконтрольте Вадикону, стан, фир, всю хуйню. Мистерланд. Мистери кастует! Мистери, за сбейте ему касты, блядь. Все, трэш добили, хуярим леди, нахуй, все заебись. Духи новые сейчас появятся, все, съебались от них. С центра ушли духи. Где второй, не вижу. Новые скоро будут духи. Трэш, вот с лестницы ушли, ушли. Два духа на лестнице ушли оттуда. Вот здесь трэш сейчас появился, помогаем трэш быстрее. Не зыбку дал. Разъебываем трэш, быстрее, быстрее. И в трэш и дух, съебитесь оттуда. Блять, пидорас какой-то. Разъебите его с леди моба быстрее. Биг Дэм лежит. Мэтт Фокс, Биг Дэма ресы. Так, духи новые летят. Съебываем, уебываем. Мэтт Фокс. А, у него КД. Равис, тресы. Бежим, два леди духа. Возле леди два духа. Равис, тресы, Биг Дэма. Где там Равис, блядь? Равис, ты треснешь, нет? Равис, блядь, он хуй знает, где умер, искать его по полкарте. Давай, ищи. Все, захилить вара, захилить быстрее. Фулл баф, каску, пристабав по вару. Хуярим. Трэш вышел возле леди, и дух возле леди, съебались. Два духа там. Бежим, бежим, бежим. Все, помогите, трэш. Так, один на Лингрена и потом на Войда следующие. Духи, бежим, контрольте людей. Давай массакру. Бежим, бежим. Сейчас новые духи появятся. Зауешьте трэш. В трэше дух, в трэше дух, в трэше дух. Там приверженец с щитом. Баните милики на приверженца быстро, блять, ушли. Ебаните его, вары. Дух возле леди, съебались. Съебались, бежим. На Войда напуливаем. Все, на следующей стороне сейчас будет трэш. Съебались, возле леди дух, бежим, бежим, бежим. Он... Че там Сагро, блять? А, вот. Все, идем сюда. Контроль, фир даем. Массакру какой-нибудь хоть пал, давайте. Захиливайте рейд на фул. Дух, бежим, блять. Дух, дух, дух. Бежим, бежим. Трэш, трэш, помогите. Еще 2,5-3 минуты есть у нас. Давайте, играем так же. Еще одну веру дайте. Дайте Геру, все шаманы, у кого есть. Трэш, слейте. Трэш, помогите. Духи, бегите, бегите от духов, самое главное. Все, на ту сторону сейчас идем. На Лингрену. Шаманы, дайте, дайте Геру, я падал, у меня есть, могу побить. Духи, возле леди, в центре прям бежит. И еще один к нам бежит, миликом. Я под незыбкой сейчас пока. Все, вот этот трэш зергаем еще. О, блядь, съебались быстрее, здесь два духа. Быстрее уходим в милизона. Помогаем трэш. Помогаем трэш. Вот отлично. Трэш, зерганите быстрее, пока мы здесь рядом. Все, духи появились, съебываем оттуда. Бежим, контрольте своих, фиряйте. Все, контроль кончился. Хуярим. Еще пачку будем заливать. 2 минуты у нас нормально. Духи съебываем, съебываем быстрее отсюда. Духи, духи, духи. Возле леди. Все, трэш добит, на ту сторону идем. Дух в центр идет. Дух в центре. Два духа новых в центре. Возле леди прям съебались. Вот леди съебались. На пулы на Лингрена даем. Это сейчас, короче, еще пачку играем. Съебались от леди духи. Быстрее, быстрее от леди бежим, милики, съебались. Вот эту пачку играем сейчас. Сейчас духи исчезнут. Контролим людей и играем трэш. Сначала людей контролим, потом трэш. Или это не убейте. Массакры по КД давайте. Трэш вот этот вот, приверженца забери. Синтек спирит аресы. Бежим, бежим, бежим от духов.
Сакры по КД давайте. Трэш, сука. Весь рейд в трэш переключились. Следующий трэш не бьем и по боссу играем. Дух возле трэша, съебались. Трэш, РДД, помогите, милики, помогите. Там, сука, щит на фанатике, на этом, на пидоре. Все, не веди уже на ту сторону. Моба последнего добейте, пал уйдет. Синтек будет резать спирита, нет? Все, фул по дайте боссу. Дайте Геру, пожалуйста, падали люди. Ферряйте людей, фул по боссу играем. Духа не хлопайте, в квадрате дух летит. Все, трэш уже не бьем, просто по боссу играйте все. Трэш пал. 40 просто. Секунд трэш. Гимна, дайте, пожалуйста. Этот, да, до берсы 40 секунд. Да, один. Все, фул по боссу просто играем, 6 лямов надо слить. Все забыли, фул по боссу играем. Сейчас незыбка еще будет. Духи побежали. Вон с лестницы. Дух на лестницу. Дал незыбку. Все, 3 ляма хуярим. У нас 25 секунд. Бежим возле леди дух. И сзади тоже. Все, лям. Ой, ебать, наконец-то, нахуй, говно ебаное, блядь. Ну нихуя ж сложного нету в боссе, блядь. Вы же сами видите все. Хлопнули, нет? Почти с первого раза. Великая победа. А вот хлопнули. Я его не хлопал, блядь. Я клянусь, нахуй. Он меня ударил, но не взорвался. Вот со мной стоял Вадикон. Он видел, блядь, как он меня вот так ура! Ударил, но не взорвался. Ну, может быть, он промахнулся, бывает. Такое. Великая победа. Осколок, кожа, плечо. Что там? Там как-то кольцо. Расколотая основа посоха. Хуета, да-да. Ну да, посох норм. Хорош. Ну сейчас, кстати, хорошо прям убили. Че, открываем шампанское, да? Надо было просто перейти. Наконец. Че, наконец-то уже третий босс, а не второй? Плюс они тебе в рейд, кто будет собирать посох. Аня, бегдым, это сколько у тебя осколков? Списал на тот кодом. Синтек, так ты определись, ты хилить хочешь или дамажить? Блять, ну... Он будет тартру с вечным холдом. Это пятая пати. Давайте не расслабляйтесь, у нас 2 часа еще побьем боссов. И завтра продолжим. Че, побежали? Так, кольцо на там. Бежим, бежим. Ну так не агрите, никуда он дороливает. Ну что вы опять в детский сад? Да похуй, бейте дракона. Там надо трэш бить, там кто-то гнев кастанул. На осколок тоже. Интересно, травма выпадет. Куда весь рейд побежал? Ребят, тут как бы еще трэш надо бить у входа, вон там сова пиздит. Нем трэш. Ну тут трэш сагренный, идите убейте. А кто его сагрил? Все пробежали нормально. Так мы его всегда бьем, потому что его надо бить. Я бью. Он сагривается потом, блин. Я всегда этот трэш бью. Не, я видел пару раз, когда пробегали и не агрилось ничего. Ну, на сотню рейдов пару раз такое себе, конечно. Да, и вот эти 2 моба тоже надо бить.
Да, да. Оно Святос как-то незаметно ушел, да, получается? У него Святос не смешно. А, блядь, точно, я забыл, блядь, точно. Забыл про то, что у него свет. Это, тут на корабле не расслабляйтесь, там, я туда полечу. Ты тут. Там, ну, Костя, да, да? С тобой, я не знаю, ну пусть вон два роги будут, все остальные на тот корабль. Ну или пусть... Пять хилов в пушку, не садитесь в пушку, сука. Что тут делать? Хилить. Запускай. Я хочу пушечку. Стой, хиль, а то, блядь, опять с корабля упадешь. Ну хотите, можем каждый маг летать нахуй туда-сюда, блядь. Меня потеряли. По пороге, пожалуйста. Слышишь, палы по бафам Лингрен Прота, Холидрин Кулаки теперь, Фарла МП5. Вечер каски. Все это, конечно, суммануть. Ой, Геншина. Как мы его суммунем, блять, корабль? А как мы суммунем, если бы А, он двигается. Может, портанет сюда. Сейчас как двинется отсюда. Сейчас бой повешится. Его либо портанет, либо нет. Не портанет. Не портнет. Вот сейчас можно. Хотя не успеем, наверное. Можно. Когда бой начнется, должен начать. Должен портануться сюда. Да, сука. Ладно. Я с этого корабля вас покину. Опа. Бафните пушки. О, ну трупак его здесь. Нет. Где его трупак, не вижу? Вот он лежит в центре. Вон этот самый Мэтт Фокс Ресни Геншин. Все, можете лететь туда. Я перелетел, разъебывайте там все. Вот Фокс ему Индер сразу залей. Килия, кто тебя разъебывает? Казалось. Мага быстрее убивайте. Вас что там, так мало что ли? Что-то вы долго мага бьете. Блять. А ты, Вадикон, чуть туда не полетел. Мага бить, чтобы быстрее было. Долго же заливается. Я тут. Да зачем тут? Дина, не бейте, ёб туда. Там хватает вон спирита, холидринка и протопала. Маг приоритет, надо быстрее убивать. Вон он, маг появился. Или ты улетал туда, что-то не видно, короче. Я на корабле сразу бы. На вражеском. Вот, сейчас быстрее вроде он. Плохо, что с 25 гер боешки не падают. Героические, да? Да. А багруху как лутать? Как убивать Ланотель? Да, она персональная. Так, два хэпала, но я на вас надеюсь, блядь, давайте спамьте на меня, частицы обновите, чтобы две частицы не одна была. Второй не вижу. Есть, нет? Вон там. Есть две на тебя. Ага. Бидон щит земли обновляем. Я хуй знает, простою до конца, нет? Нет, походу, нахуя уже сносит. Давайте, улетайте с корабля. Улетайте, да. Пока под зубами. Все, все улетели, я улетаю. Ну, стресс, улетай. Сейчас стаки скинутся и вернемся. Сколько там их, кстати? 44. Возвращаемся. И до конца уже. Возвращайтесь, скоро маг будет. 5 секунд.
Что-то пушки как-то долго работают или что, я не могу понять. Это Гера. Ну что, ХП просто больше. Бафните пушки еще. Ну там каски, кулаки. Вот тебе горн. Скин можно кинуть. Вот сейчас после этого мага, я думаю, добьете. Интересно, сколько ДПС на сурке? У нас тогда 340 был, что ли? 350. Все, добивайте пушки. Что там у корабля? 200 тысяч. Ну это вам каждому по 50 лопнуть. Если разрядитесь, то это перед самым выходом еще вот 7 секунд до выхода мага. Перед выходом мага прям еще разрядится. Все, нормально. На самом максимально 57 последний раз бахнул. Ой, дай этот, на АП лавку. Сейчас вот заберу. Опять плащ. Плащ, кольцо. Осколочек. Крит мастерство. Мастерство. Следи кольчу не роли. Ой, это зап не роли. Валкар выиграл. Ну, в смысле, не выиграл по ИП. За фул ГП забрал. Там аддона нету у Мэтт Фокса, Призена и Валкара. Отключил, что ли? Так, плечи. Не знаю, кто их носит, но это бесполезная хуйня, по-моему. Никто не носит. Протопала только видел, когда одевал. И то зачем? Какая вещь. Че, а киса заберет же, да? Он пропустил. Ну там 10% лингер нажму, вон топа 100%. Так, рыбу надо вам, нет? Рыба. Че, может с хилов кого-то в ДД быстро? Дай на АП. Не, не надо, но тут получается где-то три этих будет к концу боя. Там больно будет бить. За корабли ЕП не давали. Не, не давал еще. А ГП? ГП давал. Кому? Миловиса за то, что хуёво духа сдала. Ровисту можно ГП дать. Мистри, Келие может дать ГП. Синтеку. За что ты такой добрый? А не, нихуя. Синтеку можно бесплатно дать. Синтек, я очень хуёвом настроении, умоляю, не раздражай. Я на 10 месте по урону. Келье, готов там? Нет, блять, алло, блять, запускать или что? Вот, запускаем. Готовьтесь там. В совет со звездопадом. Ты в коте не хочешь там побить ровист? Может, в коте больше дашь, может, 20-ку дашь? У меня кот уже говно. Уже говно? Там половины шмота теперь нету. Нахуй шмота добавить. Сплавил на вечный посох, что ли? Весь свой шмот.
Нету. Кольца нету, шеи уже нету. Плюс зандалы их дают куда меньше, чем нашрожденные. Хотели сову, вот он, сова, да? Мне интересно, даст ли Шелфир так ХПС? А кто курицу вызывал раньше? Радник, наверное. Вызывает. Надо тоже сделать. Как думаете, надо поднять ИП за боссов в целка с 200 до 300 в Гере? То есть только на леди. В Гере вообще надо. И башен. В идеале 75к, по идее, манна будет на всю пачку. Бля, ну это круто, она за весь бой. Не, там только на одну пати. Я понял, но нас всех что? Три. То есть если ты сколько, 25к бахаешь, да, то 75к с троих. Ну, огонь же. Да, 75к манна, это пиздец, конечно. Бесспорно. Слабенький ДПС. Если сейчас 360 держим, то на выходе, наверное, 330 будет. Я сам на себе. Где мышцы надо истерии? Так, да. Ой, что у нас ДК только один. Холик хочу сделать. 4, 3, 2, 1. Кинешь на вторую метку частицы? Угу, че она купит?
вон на меловицу лучше перевешай из ПСа. ПС захиливается сам еще. Она поуязвимее будет. Частицу чья там на ПС, на меловицу перевешайте. Моя. А то помрет еще, босс отхилится, пиздец. Давай, бидон тотем. Геншин на ману. Зыбку дал. Продлишь через 3 секунды. Вас сокрой. Давай, продлевай. И хулипалы тоже нас сокрой, видите. Метки поменьше били. Все нормально. 350к. Угу. Ой, блять, я взял, удалил. У кого этот есть? Этот рекаунт удалил. Этот, скиньте скрин там. Сейчас скину. Сколько там вообще? 350 вообще. Нормально. Это как в 10 обычек сходил, да, Биг Дэн? Открыл порт. Рогом ДК, магом друидом. Порт открыл, заходите. Ага. И плащик с духом. Да, топовый плащик. Так, кровист получается. А я проебал, это на Т4-3, да, мутка? Да-да-да. Токен был. Ну этот бесплатный. Ну, либо это 10. О, я даже не нажал нихуя, но я понял. Там их два, один обычный, другой это. Это я тебе обычный знаю, дал, там водикон 10 нажимал. Мне нужен, это... Водикон, ну да, и он 10 нажимал. Ну дал, просто ах, на кого бог пошлет, дал, называется. Рависта, не хочешь уступить токен? Ух, какой плащ, а? Скорость, ух. Вы смотрите, кто там после рависта идет. После рависта топа вроде идет. Нет, я внизу, я упал же, я плачу. Влад. Так, Равист? Получается, сотка Килия нажимает. Угу. Тебе точно надо это Килия? Хуйня это сдула. Ну, по сравнению с моим, лучше тот, который там. Это просто бист на ДЦ. Но это если Дестрико, вообще это не надо Дестрико. Я не Дестрико, я демон. А Валкар кто? Дестрик. Так по ЕП все равно Геншин выигрывает. Кто еще там? А, ну только Геншин. Нахуй мне этот плащ не нужен. Хилы есть на трэше? Хорош. Отдали локу. Да, да. Да, да. Нет, нет. Или да, да. Там еще осколок был. Осколок я дал. Все. Лавица словила шок. Да ладно, тоже. Первая печенька тебя рейст. Кого пойти будешь? Сову? Ну, а только сова, я остался больше. Да. Все, мальчики и девочки, всем пока. Угу, давай, мальчик.
Что это был? Нетфокс. Нихуя себе. Я думал, он суровый какой-то, как Песо. А, он на ралли же должен был там что-то. Странно, у них каст сбивается. Вот, я до тебя не достаю. Ну да, потому что вы там дрочите внизу, да. Надо спалить. Так, чё мы убили? Корабль и сухо, да? Чё значит, слить, что нам, да? Там же Войд можно авто поставить, он после каждого убийства будет начислять. Все равно ты по 200 же бахаешь. Авто можешь поставить, убили, он сам начисляет. Диспел, диспел, диспел. Только попробуем собаку забагать. Вот так, да? Не. Вроде не проходит урона. Не проходит, не проходит. Где проходит, да? Или нет, нет, нормально. Только не спульте вторую. Вам скучно, я вижу, да? Угу. Нормально, нормально. Хилы требует веселья? Не понимаю, о чем вы. Вот этого пидора развеселите. Чумного. Которого есть. Ну вот это исследователя чумы. Сейчас собаку будем веселить. После первого каста полидринг до огня с небес. Я после второго дам. Прелесть. Он меня не ест. Упал он, да?
побои. О, хорош. Мне это нужно, сразу пошло. 60 голды прилетело. А если распылить, нет, будет больше. Да нет, так и будет примерно. Ну ладно, 70. Давайте, кто выиграл, тому ГП. 400 сразу, как обычно. Отказывается сразу. Чё, блять? Чёр, я на РТТ в пизды, вон нахуй. Где два носка? Зайдёт, нет? Или чё, или всё? А там разбирается, отойду одну минуту. Друид инвалид спасает рейд, блин. Где два носка, он зайдет, нет? Алло. Ну все, решил почилить, да? Решил отдохнуть, все, шепот убил, молодец. Не, ну, так не было. Чайно спекуем. Ай, два носка и в дискорде нет. Угу. Сейчас позвоню ему. Ну чё, Мэдфокс тренажку стал давать. Вот ему подрасти еще Мэдфоксу нахуй. Волкар хорошо он дал. Да, Волкар заебись. Келия вот маловато. Келию хуёво надо, чтобы он тоже... Ну, дал. Может, то, что как демон. А, ну тогда ладно. Да, Дестрику мало хотя. Ну хотя, взятый тоже хорошо давал, он тоже демон был. Нихера, взятый Дестрик всегда был. Нет, взятый демон. Вот когда Киля съебался, вот тогда может быть он демон не был. Взятый демон был всегда. Не всегда. Взятый демон, но он хорошо. Взятый в демоне 18 давал, без ПСки. Да. Говорю, как взятого все черки были, ничего не знаю. Нет, это просто духовой лог, и все. Че, блядь, завтра будем продолжать или че? Да не, сейчас что, ну а минус один мы что, не справимся? Но можно пойти тогда захилить эту Вальку. Да, Вальку захилить пока. Ты тут, Друид инвалид? Да, тут пока не отвечает, вот. А Друид инвалид тут? Тут. А, это тут, ты? Я себя понял. Давай я в Родрика стекнусь в 4 хила, мы его спокойно пройдем. А я хоть что-то там, копейки там. Ты про что, про Тухлого говоришь? Ну да, про этого. Чё-то я сомневаюсь. Чё, сумоне тебя будешь ебашить? Говорит инвалид. Давай. Давай попробуем Тухлого, если будет хуёво. Не знаю насчёт гнилого. Давай. Насчёт гнилого, может быть, надо... Я бы, конечно, бы захилил, да. Так давай доберем, у нас там вон маг есть, два роги. Вон лог какой-то, Intel есть на острове. Куля, они чилят во время РТ. Там Intel, Pentium, не стоит. Кто Intel, Pentium? Ну вот, у нас есть маг, Intel. Вот он Pentium.
Слава богу, хотя бы не Селерон. Не Эльбрус. А в чем разница Селерона от Пентиума? Процентов на 5 послабее. Ну, может, на 10. Рыбу поставил. Да. Главное, что не Эльбрус. Ну, Эльбрус, в принципе, тоже неплохие наши. Ну, а кто в ДД тогда? Я могу. Его есть зелье быстроты. Куплю. Я могу на фарла 1008, наверное, у меня ретрик даст. Мне побольше, у меня 1004 там получше одеты. Давай я. Давай, давай. Зелье быстроты у кого-нибудь есть? Куплю. Друид инвалид, смотри, там в треугольнике стоишь, не лови пельмени. Но бидон в квадрате. Если мне кто-то поможет Т4 на ретрика собрать, будет вообще подгончик. Заебись. Отпивайтесь. Так, а инту дайте, пожалуйста. А, есть, вижу. Что там, два камана не хватает. Все готовы, давай, что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Что делать, вы знаете. Спорки сносите. Встаньте все под правую ногу в милике. Вот одна на мне, остальные споры вон. Треугольник и квадрат. Пельмень. Леха, если не трудно, говори, когда пельмень. 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 РДД. Илики, встаньте все под одну ногу. Ровист, мистери, водикон, фарл, ресите. Пельмень. РДД. Пельмень, РДД. Бидон, тотем. Песа, гимноману. Синтек и рес и шалфира. Пельмень. Мили. Четыре тела блюют вместо трех. Пельмень. РДД. Я сразу сдох. Ложитесь. Нет, это залупа какая-то. Вставайте на лингренный диван. Что-то вы не хотите играть совсем. Мертвец! Берегитесь. Облако газа. Только будьте осторожны. Что-то хила вообще прям не было. Вот. Как умерло двое? Потому что стоят нахуй все. В одной, блядь, месте. Вот бидон, блядь, не доигрывает нахуй. А Геншин что, холик, что ли? Кто с вас холик? Я, ДЦ. ДЦшник. Интересно, когда я сдыхал, ты не блевал там? Бидон сдыхал? Тоже... Че, волну? Я не умер. Не, когда я сдыхал. Ну, ты не умер, это круто. А я умер, все, пиздец. Бидон, блядь. Волну, что ли, нельзя кастануть? Полипал блюет, фарла блюет. Нельзя кастануть волну, что ли, в танк? Вы же знаете. Ладно, так, сам выживет там. Пошли на валику захилим, да и хватит на сегодня. Если вы понемся на вальке, то я хуй знает. Завтра продолжим. Бля, это, я завтра, где-то полчаса меня не будет, ну, где-то, у нас 6, короче, это, пожарная эвакуация, вот. Просьба гниломорда не убивать.
Да не упадет травма, можешь не беспокоиться. Блять, я специально этот плащик не ролил, потому что я хочу травму. А может тебе сразу все шмотки отдавать нахуй, а? И травму, блять, и штанковскую шею нахуй. И плащи все тебе тоже, да? Причем на все 4 спека, да? И печеньки сразу тоже все нахуй. Не, ну если у него по приору будет. Ну он эрдро, и он по приору. Дайте я на историю зайду. На Валику там где-то кинжал есть. Заходи, заходи. РПБшный. Ну все правильно делаешь. Если тебе нужна шмотка определенная, все копишь, приор выше, все получаешь. Вы подойдете на Вальку или нет? Или где вы там вообще, блядь, взяли? Бежим. Ты-то что, резнулся, когда побежал? Сколько я хотел смоток, все отдавали. Да, господи, он падает. Он сейчас, ну, непопулярный. Выпадет, заберешь. Кто непопулярный? Да, травма? Я про другое общаюсь. Кручу ДПС. Я тоже. Вот она, силушка богатырская. Ретропалов. Бигдем всех разъебал. Завтрак, ты, кто придет, уже будем добивать, что есть. Ну, сколько там, 3 босса, так себе. На лане посидим. Но если лану ебанем завтра, то это, профа пойдем. Он же от десятки ничем не отличается. Не. Да профа от обычки не особо отличается. Ну, вообще отличается. Ну, не скажу. Сильно отличается. Проф десятка хм, а 25-ки отличается тем, что будет на перефазе метки на вас. Ну, дебаф. По которому вы только определенного слизня можете бить. О, блядь. Накрутил. Сука. На дамажу. Вот эта хрень боссом считается, блядь. Зашел. Чего эти хилы подошли к ним? Они же забор набит. Смотрите, там станьте этих пидоров. Откидывайте, грипайте, я хуй знаю. Чтобы они вихри вот эти не давали пока.
Слышишь, надо будет одеться в Т5 и потом просто по КД ходить, унижать леди. А что там будет такое, блядь, в Т5? Что мы его унижать сможем? Мне кажется, и в Т5 нахуй будем разъебываться. Давно вайпится. Так же самое думаешь на духах, да? Да конечно, блядь. Что там в Т5-то изменится, блядь? То, что мы сможем себе позволить, что 5 человек лежит и убить. Только это и все. Ну значит в Т6. Ага. Ну ладно. Там можем позволить 10 человек, чтобы лежало, да? Да, пол рейда просто пусть приходит, да? Пойдем на Кату сразу, чё? На Легион сразу. На Зорта, блядь. Можно рискнуть, можно рискнуть. Бой. Равист, если я буду в Т6, дух от меня будет убегать, а не я от него. Наивный. Он без плоти, как это он будет от тебя убегать? На очке. А что это? Не, леди от вас будет бегать, да? А, надо снести ее. Мобов разъебывайте пока. Ну шо там, блять? Ты сегодня пробьет? Хоть леди убили, хоть что-то, сука, блять. Где там щит, блядь? Посох. Не, ну единственное то, что, смотри, в Т5 будет КП побольше, может, будут хлопок переживать, если один дух. Возможно. Только из-за этого. Не, ну мы же все равно будем ходить печеньки выбивать, правильно? Ну, другим да. Людям маленьким надо будет одеваться. Ну да. Да, так-то никуда не денется. Так и Джайна, блядь, и посох, все это на потоке стоит по-любому. И Шем тот же, блядь. Да и вы Итвинам захотите пособирать, надо же собирать. Не знаю, мне одного перса хватает. Ну, все равно это инсп по КД в него ходить, задрачивать. Просто надо как-то, чтобы в голове уложилось, что вот на леди... Ты просто пойми, вот сыграешь 10 секунд, 10 минут сосредоточено, и все, и дальше ты не услышишь ни говно никакое. А так, если не бланить, приходить, нахуй, спустя рукава все делать, конечно, блядь... Поставь шкаф. Проблем дохуя будет. Оно и в жизни так же, блядь. Типа, дохуя больших проблем можно избежать, если немножко сосредоточиться, собраться, блядь. Делать нормально, блядь. Есть же пословица. Нормально делать, нормально будет, блядь. А топа где зайдет, нет? Да меня выкинуло то, что с этого, кстати, не могу. Сейчас зайду. Рыбу поставил. Я думал, воды дохуя, поэтому офнес. Когда же у вас та шутка теперь дает? Ну зато пиздеть, правда, меньше стали. Так ебай. Пацанская пословица, блядь. Ты на вент спекнешься, нет? Не знаю, Войт скажет. Спекайся, бля, вы чё, накурились? Да. Вдвоём, конечно, летать. И те прям пусть почти. И те пусть хили тоже будут. Давай, от башки по часовой. Есть лог с доспехом? Этот, кто с вами летать будет? Какой-то прист или... Есть лог с доспехом, я могу встать. Кто летать будет с двумя хэпалами? Друид или присты какие-то полетят? Он полетает, ничего не делать нечего. Кто полетает? Мордаун полетает. А, ты в хиле будешь? Поздно там. Ну, похилил в холике. Прыгнул. Ну давай. Смотри. А дай на мистере метку какую-нибудь. Смотри, их не урони там. На какого мистере? На килю дай. Сижу с доспехом. Так мистере тоже написал, поставил. А, ну пусть он с доспехом. На обоих дал, нахуй. Оба два, блядь. Ну у меня-то, наверное, по усилению будет. Она одинакова. Ура, века. Смотрите, там только как попало, не летайте с фарлом. Летайте там либо. От башки по часовой. От башки по часовой это кто? Это фарло говорит? Да. Вот летайте за кружком.
За какой-то одной меткой летаете. Че, все готовы, пошли. Я слева, ты справа. Хорошо. Ну, блядь, мне уже пидор жирный идет. Печка справа была. Встал карта. В это время ма прожил. А у вас не глючит? Че у нас? Да вроде нет. Ну не лагает, потому что так как... Да вроде нет. Пока нет. На леди лагало, да. Нихуя. Ну, я на соуфе лагало, ну да похуй. Друг ты норит, кто тебя разъебал, блядь. Ты лечишь, заебись. Взрыв пошел. Можно, ванишь нож, можно его резнуть. Ну, попробуй. Нихуя, ну, когда... шестеро сдох. Кто-то из рук. Равис, друида резай, друид шестеро резай. Парла, только стаки не проеби. Свечка. А что там? Синдруиды? Ну да, блядь. И Джайну сразу. Че он мне так бьет много, нахуй, что за хуйня? А мы вообще проходим от по ДПС, допустим, босса таких там проф, влан. Ну да, да, проходим. Насчет синдры хуй знает, но проф, лану проходим. Проходим, проходим, там синдра за ним. Так же, как на леди, если, если никто не сдохнет, то проходим. До, слышишь, до вот этого последнего нерфа, короче, у синдры было 70 мультов. Сейчас ху еще меньше на 90%. Ну, синдра там отдельный разговор, там надо учиться правильно играть. Да, там стаки надо будет выносить. Да не, просто как-то чтоб одно КД сохранить, ну и такие вот таких вот боссов попробовать. Может, да, он умер. Накопил стаки, вынес от рейда. Ты что, стаков дохуя накопил, Мордаун? Да, вроде, наверное. Синтек, ресы и мордаун. Ну вот сейчас и хэпал умер. Так сейчас по очереди поумирают. Вадикон, ресы. Фарла. Дам по фарла, если. Миллион подавления слева. Блять, жирного пидора, приконтрольте таунт, когда? Свечка слева. Берегитесь. Мордаун, твоя задача не миллион стаков копить и сдыхать, а хилить фарла и этого. Да, ты летаешь, а почему ты нас не лечишь, я не понимаю. Ты их должен лечить, а не хуйней там заниматься.
Ты стаки не лутаешь. Ты стаки лутай, только не дохуя. Не миллион стаков. Стаки дамажит. Подохните так. Просто пацан Герри не был. А еще хилить дохуя так-то. Сколько там? Свечка справа. Каждый стак косарь. Давай ПС-гим на ману. Свечка справа. Что они сейчас, если не захилят, после этого захилят? Ну, жжи-то мобов быстрее ебаните. Зачем? А ты следующий считаешь. Еще дохуя хилить, вы как будто вообще не хилили нихуя. Конечно, потеряли стаки. Ну да. Че, можешь Геру? Свечкой подавления. А стаков, а стаков сколько у них, что в Геру хотите давать? 38 на мне. Я поездку закинул этому. Айновену. Короче, хуярю на мужика. Не захожу. Давайте, Гер. Вы как ее даете вообще? Просто так, что ли, или как? Они в порталы сейчас заходят, вы Геру даете нахуя? Мы захилили ее. А, ебай нахуй. Все, я не видел. Мужика, блять, 2 секунды. Геру, ну на 2 секунды. Отлично. Изи. Опачки. Топ лут, как говорится, да? Почти. Тапки хорошие. Что там? Да, надо подумать. Блять, все на танке, все на танк. Фартовые танки. Зато жирные танки. Так, ой, это последний был босс, да? Отдыхаем до завтра. Да, да. ГМ обычку пойдет кто-нибудь? Я был. А чё, может, мы еще гнилого убьем? Типа, у нас еще час до концерта. Не-не, завтра. Чё не так лагаешь? Это вот... Лагаешь. Там, блин. Ты лагаешь, не говори. Ты лагаешь, не говори. Почини интернет. Ты лагаешь, не говори. Он рыгает. Только замутайся, я тебя умоляю. Чинтек. А ещё говорить не пьет. Вообще... Синтек, блядь, ты рыгаешь. Блин, он пытается что-то сказать. Он хуярит, как пробивной, блядь. Так, 200 ИП. Да не лагаю я, чё вы пиздите, да? Чё? Блядь, я аж вылетел от счастья. Чё, до завтра. Съебал, саппорт не поставил. Я понял. Ясно. Идеально.